Рыба не только очень полезная, но и вкусная, особенно аппетитной будет горбуша в фольге на углях в домашних условиях, приготовленная без лишнего жира и с сохранением всех витаминов. Рецепт приготовления горбуши в фольге на углях прекрасно подходит не только для обеда или ужина, но и для праздничного стола. Натуральный вкус рыбы, дополненный минимальным количеством специй, сочетается с любым гарниром и овощами. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Классический рецепт горбуши в фольге на углях подходит как для целой рыбки, так и для порционных кусочков. Горбушу необходимо тщательно промыть, удалить внутренности и голову, по возможности крупные кости, можно отделить филе. 2. Луковицу очистить и нарезать кольцами или полукольцами, чеснок измельчить и соединить с луком, зелень вымыть, просушить и измельчить, использовать лучше укроп и при наличии розмарин, лимон вымыть и выжать сок, по вкусу можно использовать сок половинки лимона, посолить и поперчить все немного. 3. Лист фольги немного смазать растительным маслом, на него вяложить половину овощей, сверху отправить рыбку, взбрызнуть растительным маслом и накрыть второй половиной овощей. 4. Фольгу свернуть конвертом, плотно завернув края, чтобы не вытекал сок, отправить рыбку на решетку. Горбуша в фольге на углях в домашних условиях готовится довольно быстро, от 15 до 25 минут, в зависимости от размера рыбки и жара. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Пока жарится горбуша, можно заняться соусом, он вовсе не является обязательным, однако с ним рыбка будет особенно вкусной, например, соус может быть сметанно-ореховым, для его приготовления сметану необходимо соединить с измельченными орехами, грецкими или любыми другими по вкусу, добавить щепотку соли и 1 столовую ложку растительного масла, все тщательно перемешать, добавить вымытую и измельченную свежую зелень, все, соус готов. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Горбуша 500 грамм, луковица 1-2 штук, чеснок 2-3 зубчиков, свежая зелень 10 грамм, растительное масло 2-3 столовые ложек, лимон 1 штука, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, специи 1 щепотка, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До встречи!